В ночь 29 на 30 июля на перекрестке Московской и Гоголя произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в столб. В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте. В настоящее время материал проверки находится в нашем следственном отделе. Все мероприятия по установлению причин данного ДТП будут выполнены, установлены. И я думаю, что по окончании будет вынесено соответствующее процессуальное решение. В настоящее время говорить о причине данного дорожно-транспортного происшествия пока преждевременно. Никита Дворецкий приехал на место происшествия, услышав у себя в гараже звуки аварии. Он стал свидетелем, как увозили тела погибших. Мы с другом решили сюда подъехать, посмотреть там. Подъехали, машина уже валялась, то есть как бы уже перевернули ее на колеса. Спросили там у знакомых, стояли, они сказали то, что все насмерть. Потом у мальчика, у водителя подъехала сестра, по-моему. И то есть как бы она подошла к скорой, где он лежал, и я уже просто услышал, что она плачет и кричит Артем. Сотрудники правопорядка в очередной раз напоминают саровчанам соблюдать скоростной режим и быть бдительными на дорогах. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.